Всем привет! С вами сервисный центр GSM Moscow. И сегодня я вам покажу, как заменить дисплейный модуль на iPhone 6s. Для начала мы откручиваем два нижних винта. После того, как мы приподняли модуль, откручиваем винты защиты, снимаем защиту и отстегиваем шлейфа. Далее мы откручиваем верхние винты, снимаем верхний шлейф с динамика, откручиваем винты по периметру и снимаем кнопку Home. Далее все собираем в обратной последовательности. Итак, сегодня я показал, как мы заменили дисплей на iPhone 6s. Всем пока!